Внимание, внимание! В городе объявлен режим контртеррористической операции. Оставайтесь у себя в домах. Повторяю. Вас приветствует цифровой код. Вы стали первыми участниками акции нашей системы дистанционного контроля. Первая акция началась. Мы в каждой семье, в каждом подростке. Мы рядом с вами. Ваши дети будут убивать, и вы нас не остановите. Я не понимаю логики цифрового кода. Почему в самый разгар пожара она направляет всех своих персонажей на зачистку магазина, где прятались Волковы? Уважаемые жители города, если что-то изменилось в поведении ваших детей, возможно, они попали под влияние цифрового кода. Я обращаюсь к самим злоумышленникам. Вам не удастся уйти от ответственности. Я подозреваю, что это сотрудник цифрового кода. Его знает Дарья Волкова. Я всегда рядом. Они тебя больше не тронут. Думаете, что сможете противостоять цифровому коду? Поздно. Назад уже ничего не вернешь. Ты следующий жертва цифрового кода. Тому, кто первый доберется до цели и уничтожит ее... Меня ищешь? ...получит 500 000 рублей. Единственный способ избежать многочисленных жертв... выпустить Василия Сухарева на свободу. Я не имею к этому никакого отношения. Все это началось именно тогда, когда мы вас задержали. Не трогайте меня! Я вам обещаю, что все это закончится. И вы вернетесь к нормальной жизни. Вы нас не остановите. У вас не хватит для этого сил.